Последними стратегию развития Подмосковья с Владимиром Ружицким обсудили студенты Российской таможенной академии. Молодежь поделилась с главой Люберец своими представлениями о будущем округа, задала и вопросы, которые волнуют студентов. Студенты – народ дальновидный, так что строят планы на будущее уже сейчас. Меры поддержки молодых семей – вот что интересует сознательную молодежь. В этом году помощь стала ощутимее. Теперь, чтобы получить материнский капитал, достаточно родить первенца. Семьям, в которых первый ребенок появился на свет с 1 января этого года, снизят ставку по ипотеке при покупке жилья в новостройках области. Продолжат работать и проверенные временем меры поддержки молодых семей. Нам идет компенсация на приобретение жилья – это 600 тысяч до миллиона. А потом, если квартира стоит там 3 миллиона там, или 4, то понятно, такая существенная поддержка. Из более насущных студенческих проблем – транспортная доступность. На лекции многие студенты таможенной академии добираются издалека. Для тех, чей путь лежит по Октябрьскому проспекту, дорога к знаниям станет комфортнее. Поможет реконструкция магистрали. Будет на протяжении порядка до 8 полос, будет порядка не менее 9 подземных переходов, будет наземная эстакада, то есть второй уровень, как мост, пройдет, я вот признаю, называется «Вечный огонь», до кинотеатра «Октябрь». Поэтому я скажу, что будет такое комфортное, хорошее передвижение транспорта. В перспективе без пересадок добраться до Люберец смогут жители Химок, Зеленограда и Раменского. Подмосковные округа свяжет третья линия московских центральных диаметров. Для удобства пассажиров также планируют объединить платежные системы «Тройка» и «Стрелка». Дарья Борисова, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.